Над лесом вдруг вырос город. Очевидцем необычного оптического явления стал наш мобильный репортер из Чебоксар. В безветренную погоду при морозе минус 32. Он наблюдал очертания многоэтажек и башенных кранов там, где их не может быть. Такое чувство, как будто смотришь на город. Хотя там визуально находится всего лишь лес. Больше там ничего нет. Вот такой вот мираж происходит у нас впервые. Связано, скорее всего, из-за низкой температуры. Сейчас на улице минус 30. С моей стороны это город Чебоксары. Видимо, Волгу. Ну, а дальше Марийские леса. А в небе над Москвой ночью запечатлели световые столбы. Мобильный репортер убежден, это северное сияние, явление для столицы невиданное. Автор из Реутова снял яркое гало. Вокруг солнца сиял радужный круг. Оптический феномен возникает в морозную погоду благодаря ледяным кристаллам в верхних слоях тропосферы. В столице воздух буквально сверкал. Из-за высокой влажности в мороз образовались миллионы мельчайших льдинок, которые красиво переливались на солнце. В воздухе парят какие-то мелкие снежинки или льдинки. И вот в лучах солнца они похожи на такую какую-то золотую пыль. Аномальные холода преобразили Москву. Деревья резко побелели. Густой иней появился на ветках благодаря пару, идущему из-под земли и морозу. Ледяные украшения сразу привлекли внимание любителей красивых фотографий. Курган заметает снегом. Метели продолжаются несколько дней. На дорогах не то чтобы не разогнаться, иногда даже сдвинуться с места не получается. Дороги замело так, коммунальщики не вычищают, работают плохо. Вот результат. Автобус увяз в снегу. Чтобы продолжить путь, пришлось подключаться пассажирам. А это Уфа. Снега там намело столько, что автомобили на парковках замело вместе с крышами. Вызволить машину из сугроба оказалось делом небыстрым. Сильный снегопад прошел в Тамбовской области, замело дороги, едва различимы стали тротуары. За день высота снежного покрова увеличилась на 20 сантиметров. На крышах тоже наблюдается скопление снега. Необычный способ борьбы с сугробами нашли в Новосибирске на огромной снежной горке. Активист написал фамилию мэра города. Место выбрал не случайно. Сугроб вырос на одной из парковок. Метод оказался действенным. Уже на следующий день снег убрали. Страдают от холодов и европейцы. Например, в некоторых районах Болгарии температура упала до минус 25 градусов, а из-за снегопадов на дорогах сложилась не самая простая ситуация. В Греции снегом замело лагерь для беженцев, причем среди них те, кто зимних осадков до этого не видел никогда. Можно представить, насколько сильно эти мигранты шокированы таким теплым, в кавычках, европейским приемом. Досталось и итальянцам, особенно тем, кто минувшим летом пострадал от землетрясения и до сих пор живет в домах с не полностью восстановленной инфраструктурой. Теперь им приходится мерзнуть и передвигаться по 20-сантиметровому снежному покрову. Одеваться максимально тепло пришлось и жителям Парижа. Сейчас термометр, правда, там показывает плюс, но пару дней назад было весьма морозно. Многие предпочли вообще не выходить из своих домов. А в Финляндии морозно и сейчас. На севере страны, в Лапландии, зафиксирован температурный рекорд. Минус 42 градуса по Цельсию. Непогода повлияла на движение поездов, некоторые вообще сняли с рейсов. Потепление ожидается очень нескоро, а всего в Старом Свете около 30 человек замерзли насмерть. В Румынии поднялись метели, ветер настолько сильный, что пешеходам трудно устоять на ногах. Ну а водителям приходится ездить в условиях, мягко говоря, не лучшей видимости. Снегопады спровоцировали настоящий транспортный коллапс. Спасатели получили несколько тысяч вызовов от автомобилистов, которые оказались заблокированными на дорогах, некоторые с семьями, включая маленьких детей. Или ненароком съехали на обочину. Без помощи профессионалов в таких ситуациях не обойтись. Вот и приходится экстренным службам аврально трудиться в круглосуточном режиме. Машины выкапывают из снега, трассы пытаются как можно более оперативно расчищать. Впрочем, и этих усилий пока не хватает.
Ну а отдельным пунктом стоит поговорить про Стамбул. В крупнейшем городе Турции сейчас настоящая природная катастрофа. Казалось бы, всего лишь выпал снег, вот только снегопады настолько внушительные, что стамбульские пейзажи легко перепутать с кадрами из Северной Европы или, скажем, Канады. Как жить в таких условиях, люди, похоже, не очень понимают. Сесть за руль значит потратить часы на то, чтобы отвоевать свой автомобиль у сугробов. Радуются непогоде разве что животные, кошки и собаки с удовольствием резвятся в снегу, а вот властям явно не до игр. Транспортная система парализована, в аэропорту Ататюрка отменяются десятки рейсов, а пролив Босфор пришлось закрыть для судоходства.